В Уватте состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в районе. Важнейшей темой очередной встречи руководителей организаций с представителями власти стало состояние одной из приоритетных отраслей агропромышленного комплекса – сельского хозяйства. На территории Уватского района уже много лет функционирует общество с ограниченной ответственностью «Красноярский». Предприятие занимается производством и реализацией разнообразной сельскохозяйственной продукции – мяса, молока, молочных изделий и кормов. Однако по ряду причин с недавнего времени наблюдается резкое снижение показателей эффективности. Государство, конечно, оказывает большие субсидии на, по всей области, по Тюменской. Однако часть вот этих субсидий, она как-то неприемлема именно для Уватского района. Невозможность сбыта продукции вне района приносит производителям значительные убытки. Отсутствие необходимого оборудования и транспорта. Проблема с кадрами, высокие проценты по кредитам. Вот лишь неполный перечень тех палок в колесах, которые сегодня мешают этой отрасли твердо встать на ноги. Однако специалисты твердо уверены, за сельским хозяйством стабильное будущее. Субсидий очень много предоставляется и в животноводстве и растениеводстве. Государство, область старается максимально поддержать производителей сельхозпродукции, чтобы каким-то образом сделать легче их труд. Да? Соответственно, на сегодняшний день, как выступающая говорила, по молоку молочное направление поддерживается областью очень серьезно, достаточно. Субсидируется и оборудование, и само производство молока. Залог успешности сельского хозяйства заключается не только в стараниях самих предпринимателей, но и активной поддержке государства. Поэтому департамент агропромышленного комплекса Тюменской области идет навстречу каждому, кто целенаправленно развивает отрасль, без которой даже невозможно представить полноценное будущее.